Дорогие, прекрасные мужчины и женщины, мальчики и девочки, сейчас я вам зачитаю один документ. И да, так можно было. И сразу ответ дают: да, так нужно делать. И многие вас спрашивают, что делать. Вот кто-то взял и сделал. И вам так тоже можно. Уральское казачье войско. УГРН такой-то, расположенный по адресу такому-то. Телефон-то, контакты, шапка, как положено. Приказ. Номер 013 от 18 октября 2021 года. О мерах по укреплению боеспособности казачьих подразделений и защите здоровья личного состава. В целях недопущения ослабления боеспособности казачьих подразделений, включая казачьи народные дружины и кадетские корпуса, всем казакам и их семьям, в скобках живым мужчинам и женщинам, запятая живым мальчикам и девочкам, приказываю, двоеточие, первое, запретить ношение масок и полиэтиленовых перчаток, повсеместно распространяемых магазинами и аптечными сетями, не защищающих органы дыхания и кожу рук, не относящимся к средствам индивидуальной защиты, далее СИС. В случае необходимости, в скобках работа с краской, запятая ядовитыми жидкостями или газами, скобки закрываются, пользоваться только специальными и сертифицированными СИС, в скобках респираторы, противогазы, резиновые перчатки. Второе. Запретить участие в любых медицинских экспериментах, в том числе испытаниях любых видов витаминок и сдачу ПЦР-тестов. Добровольное или принудительное участие в вышеуказанных экспериментах и исследованиях, а также сдача ПЦР-тестов, будет считаться как сознательное членовредительство и саботаж. Третье. Запретить получение QR-кода, в скобках, унизительный для казака акт признания человека товаром, скобки закрываются. Всем казакам и их семьям, в скобках, живым мужчинам и женщинам, живым мальчикам и девочкам. Четвертое. Лицам, по каким-либо причинам, уже поставившие неиспытанную до конца витаминку от болезни, незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному начальнику. Точка. Данное лицо будет отстранено от всех учений, походов, маршей, спортивных и иных мероприятий с участием казаков, в скобках, живых мужчин и женщин, живых мальчиков и девочек, до момента получения 100% информации об отсутствии побочных явлений. Пятое. Начальнику физподготовки в срок до 28 октября рекомендовать и предоставить на согласование перечень спортивных и оздоровительных мероприятий, направленных на развитие и укрепление иммунитета, и рекомендовать всем казакам и их семьям следовать им, живым мужчинам и женщинам, живым мальчикам и девочкам. Шестое. Приказ довести до личного состава. Подпись исполняющая обязанности атамана Уральского казачьего войска С. Пушкарев.